Велосипед Stinger Element, полное ТО. Велосипед в очень хорошем состоянии, но катается чрезвычайно много. Со слов клиента, он ездит достаточно большие путешествия. Здесь у нас полная замена трансмиссии. То есть поменяли шатуны, поменяли каретку, поменяли цепь, поменяли трещотку. Перебрали обе втулки. К сожалению, втулочки очень слабенькие, обода очень слабенькие. То есть определенные проблемы с колесами. Передние тормоза почему-то были залиты маслом. Соответственно, все помыли, все обезжирили. Смотрите, как неровно все там стоит внутри. Поменяли, поставили новые колодки. В общем, полное обслуживание велосипеда получилось. По сумме примерно около 6 тысяч рублей за все.